понедельник, вот завтра вечером в 11 часов по Москве Альмерия и Реал Сосьедад проведут свой матч второго тура. Борха Валера. Сенна играет вперед. Здесь подключение Анхеля Лопеса. Снова Борха. И опять у него мяч. Можно бить. 2-0. Ну вот вам и второй гол. 30. Ну теперь уже вторая. Ну, по-моему, забил на 31. Еще Борха Валера. Верхний угол. Удивительно проходимая сегодня защита и у тех, и у других. Масса моментов. Так, ну вот замена. И что, Асвальдо меняет? Да. Серхио Гарсия под 19 номером выходит вместо Асвальдо, который все-таки, видимо, получил достаточно серьезное повреждение. Ну, вот они тут друг другу мешают, да, игроки Испаньола. Форлин и Душер там были, вместо того, чтобы кто-нибудь мяч выбил, они друг на друга наступали, а мяч этот отскочил к Борхе. И тот попал. Ну, а что было, не попасть, 20 метров до ворот, мяч удобно лежит. Прицелился и с левой зарядил в девятку. 2-0, ну, может быть, не смертельное, но серьезное преимущество.